Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Вузи, игра Turm Oil. Ссылки на плейлист с прохождением игры, мой Steam профиль и другие, как всегда, в описании под видео. Мы продолжаем прохождение игры. Продолжить кампанию Turm Oil. Итак, в прошлой серии мы взяли себе крота, да, в этой серии я хотел... купить себе бур. Но для начала зайдем, как всегда, в мэрию, да, я ждал вас, что я могу, да, не... Земельный аукцион нам нужен. О, у кого-то тут 62 было, давайте-ка сюда жахнем. А как-то вы, это странно, я вот думаю, что вот здесь много будет. О, бур купил себе, Рикардо себе бур купил, я тоже хочу, где бур? Наверное, вот здесь, ширина, размер. Бур 30-ку стоит. Окей, берем бур. Все, взяли себе бур, отправляемся бурить. Ну, теперь нам камни-то не помеха. Что замечательно. Итак, как обычно, лозоходцев. 4 штука. Чуть подускорим уровень. Отлично, один нашел. Ох, как у меня все в шоколаде. Прям вот здесь 2. Теперь вы можете улучшать буровую установку, чтобы бурить камни. Вы можете купить улучшение, нажав здесь. Обязательно. Не забывайте, что улучшение работает только на текущем уровне, я понял. Ух ты. А как это я так промазал? Это, наверное, левый, да? Да-да-да. А у тебя где-то здесь будет. Еще лозоходца мне. Так, коняшку. Сюда. Да, отлично. Нех, пошла. Две коняшки есть. Лозоходцы бегают. Все, у меня вообще все в шоколаде. Правда, денег нет. А ты что стоишь? А ну, два продавать. Два оба продавать. Наверное, еще третью лошадку куплю. Пусть по 0.92 продают. Один лозоходец ходит, там пыжится. Что-то ищет. Палки ковырялки. Ну, отлично, отлично. Пойдем пока влево. Потихонечку. Я надеюсь, мои три лошади. Еще лозоходцы справятся. Опа! Надеюсь, не промазал. Да тут, наверное, богатое месторождение. Это нефть. Это хорошо. Так, еще лозоходец сидит. 0.91. Отлично. За ценой слева смотрим. И ждем. Мне бы поставить резервуар, на самом деле, один. Здесь я вышку уже не буду ставить. Вот так. Оп, чуть не проследил. Пусть двое возят. Трое продают и двое пусть наполняют, чтобы не было перелива. Мне бы за 750 бы прокачать. А я еще лозоходца хочу. И пойти вот здесь направо. Отлично. Пока вроде все пучком, на тебе еще. Прям шикардосно идет. Пока что. Так, здесь главное мне не промазать опять. Отлично, ну вообще просто шикарно. Надо 750. Пусть все продают. Сейчас будет 750. Улучшаю тележки. И все, у меня вообще все пучком. Да господи, сюда буровую придется ставить. Еще лозоходца. Пусть лучше двое даже бегают. Я надеюсь, что вы хорошую нефть нашли. Пусть все продают. А что не так продаваете? Десяточку найму. Вот, отлично. И пойду заниматься своими делами. Туда глубже, наверное, там будут камни. Но если будут камни, я этого прокачаю себе бур. И какой? Левый, правый? Правый. Да жесть, откуда? Ой, жесть. Конечно, жестоко, но... Пойдемте сюда, я не знаю, здесь, наверное, прям вплотную где-то будет. А ты вот сюда.
Я тут прям за ценами не успеваю следить. Один пусть возит. Наполняет, так сказать. Куда-то сюда, наверное, ты здесь где-то нашел. Но они теперь глубоко ищут, блин. Теперь вот неудобно. На самом деле... О, я как прям четко здесь попал. Давайте мы здесь увеличим добычу. И наймем лошадей. $0.01. Отлично. Где еще он заходится? А, вон там у меня один бегает. Пусть трое тогда возят. О, и тут в нефть попал. Да я красавчик. Я прям везде попал в нефть. Сюда, сюда, крота. Крот фас. Пусть крот пока фас. Ищет нефть, смотрит, что там. Я отсюда, если что, проведу. Прям как-нибудь вот так. О, я уже нефть нашел. Надеюсь, там нет камней. Сразу увеличим трубу. Ого, да тут месторождение. Вообще жесть, наверное. Жесть, какое оно толстое. А ну-ка, все, увеличиваем, увеличиваем. 0.98. Это мне надо здесь бочки поставить, канистры. Да побольше. Отлично. Вдруг просто цена сейчас упадет. Да здесь крупняк. Слушайте, я вот так вот сейчас сделаю. Здесь тоже. Это у меня вышка будет основнейшая. Здесь очень крупное месторождение нефти. Я здесь даже вот так сделаю. И вот так. О, я тут все нефтью залью. Вообще шикарно. Правда, цена меня не радует. Ну пусть трое продают. Трубу расширим. Ну и все. $0.80, $0.71 слева растет. Главное не проморгать теперь. Кто-то стоит, а кто-то работает, да? Пусть пока трое продают, остальные пусть наполняют. У меня в этой... А чё у меня вот в этой, вот в той... Куда? Вот сюда. Сейчас мы немножко поможем тебе добывать нефть. Пусть все продают. Вот. Вообще огонь пошло дело. Все, заходцы больше ничего не нашли. Я думаю, и кроты не найдут. Ну, потому что хочу алмаз. Да, пусть трое все-таки возят, наверное, четверо. Чтобы не было перелива. Поэтому я оставлю на дежурного. Так сказать. Пусть дежурит, слишком крупный у меня тут добыча идет. И тут они аж не успевают, бедненькие. А больше я не могу, у меня лимит. К сожалению, да. Но добыча идет большими темпами. Здесь прям вообще жесть. Прям жестоко так. Такое качало. И здесь тоже крупное месторождение. Справа $0.03, $0.07, $0.06 падает. Справа держится. Ну, тоже падает, там тоже. Ну там медленнее падает. Пусть сюда все едут. 0.10 пусть продают. И мне надо что-то вот здесь придумать. Я же. А, нет, я не могу. Ну-ка, крот, покажи мне, что у нас вот здесь. Давай, крот, показывай, что у нас там. И тогда уже. Тут уже пусто. Давайте мы сюда проведем трубу. И все, уже все выкачали. Минус одна вышка. Получается отлично. Пусть 5. Да, пусть 5 продают, остальные пусть наполняют. Сейчас мы это все-таки месторождение-то выкачаем до дна.
Ну, я постараюсь, у меня июль уже, обалдеть, я уже полгода где-то проспал. Это было жестоко, 440 за утолщение трубы, обалдеть. Ну, здесь еще много нефти довольно. Давайте мы поможем тогда, чтобы все было побыстрее. 0,70, ну пусть пока идет. По 0,69. Да, наверное, пусть все собирают, пока что нет. Резервуаров у меня не так уж и много. Но по такой цене что-то неохотно. Ну пусть один продает, ладно, для поддержания штанов. Сейчас по 0,71. Ну пусть продает, пока эти пусть заполняют резервуары. И будет прям огонек. Я как раз потом уже август. Да тут еще 23. А, он еще не закончен. Сентябрь, октябрь, декабрь у меня там есть. Время есть. Давайте-ка мы вот сюда еще жахнем. И вот так. Надо помогать. И вот здесь поможем. Хотя, что тут уже нефть закончилась. Вот я, блин, жесть. Вот это я дал. Пусть уже все продают. И остальные в резервуар. Ну, 360 не так много, но пусть быстрее выкачать, потому что время меня уже поджимает. А время — деньги. Мне необходимо сейчас все это быстро продать. Цена, ну, неплохая. Не хорошая, неплохая, ни туда, ни сюда, но нормально. 0,96 подойдет. Все, да? Получается, здесь все выкачали, здесь перекроем, чтобы нефть сюда не ходила. Ну, 99, отлично. Все, пусть все, и два дежурных останутся, все пусть продают. И на всякий случай два дежурных у меня будет, чтобы не было перелива на вышках. Я не знаю, успею ли я выкачать вот это крупное месторождение. Ну, я довольно быстро качаю, но время уже... Сентябрь подходит к концу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Успеть бы, я прям качаю с этого месторождения всеми трубами, немыслимыми. Уже октябрь, жесть. Да пусть все продают. Ну, быстро-быстро, я вижу, как уровень падает довольно быстро. Но время неумолимо идет вперед. К сожалению, да. И цена падает. Но я уж не буду тут ждать что-то, собирать. Но... А, нет, растет. Я довольно неплохо продаю. Сейчас ускорю немножко. Ну все. Досрочное завершение. Остановить уровень. И... А алмазов нету. Итак, доходы, расходы, арендная плата за землю мне еще вернули, $166, бонус за досрочный косарь, бонус за добычу всей нефти косарь и бонус за продажу всей нефти косарь. Итого почти 50 тысяч, жесть. Я прям жесткий. Это было жестко. Ну-ка, да, у меня самая прибыльная земля просто была. Лопухи, блин. Что ж, да, классно сыграли, хорошо, что я себе купил бур, в принципе, но вот такое большое месторождение было довольно сложно выкачать, но я постарался, поднапрягся, ускорился и успел, даже получил бонусы. Не знаю, в следующей серии, наверное, куплю какое-нибудь обновление, вот, наверное, сканирование, точнее, улучшение, наверное, сканирование, пока еще не знаю, там, подумаю. Что ж, а на этом данное видео подошло к концу. С вами, как всегда, был Вузи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!